служение Дерека Принца. Ты можешь прорваться и победить. Часть первая. Вы, возможно, задумывались о том, что значит прорываться. Я хотел бы напомнить вам о нескольких отрывках, которые мы вместе с вами уже изучали. Давайте поговорим о том, Через что же именно нам нужно прорываться? Если вы помните, я долго говорил об отрывке из Матфея 24 главы. Мы читаем в 8 стихе, все же это начало болезней. И далее тогда будут предавать вас намучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Когда я проповедую об этом перед христианами, я всегда спрашиваю: здесь написано вас, о ком идет речь? Вы помните ответ? Речь идет о нас. Далее мы читаем. «И тогда соблазнятся многие друг друга, будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения во многих охладеет любовь. Вот через что нам придется прорваться. Понимаете? Это серьезно. И все же нам нужно одержать победу. Давайте откроем второе послание Тимофея, третью главу, с первого стиха. Я зачитаю несколько стихов. «Знаю же, что в последние дни наступят времена тяжкие, нам предстоит пройти через тяжкие времена, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот с чем нам всем предстоит столкнуться. Также давайте откроем послание к римлянам, Восьмую главу, 46 и 47 стихи. «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». И далее. «Но все сие...» преодолеваем силою возлюбившего нас. Важно, чтобы мы могли честно говорить как о хорошем, так и о плохом. Нас будут умерщвлять всякий день. Нас будут считать за овец, обреченных на заклание. Речь идет о нас, верующих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас — Однажды я спросил у Господа, что это значит «все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И я получил такой ответ от Него. Когда ты проходишь через испытание, ты в итоге становишься сильнее и взрослее, чем был до этого. Вот что значит преодолевать сие силой возлюбившего нас. Ты не только проходишь через испытания, одержав победу, но еще и приобретаешь трофей. Я верю, что это и есть Божие призвание и Его ожидание по отношению к нам. Как же нам войти в эту победоносную жизнь? Через посвящение. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира Сего. Обратите внимание, здесь есть две взаимоисключающие вещи. В вас не могут сосуществовать любовь к миру и любовь Бога Отца. Это как масло и вода. Их невозможно смешать друг с другом. Ибо все, что в мире, похоть, плоть и похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн использует слово «мир» в десять раз чаще, чем другие евангелисты. Что ж такое мир? Мир — это не обязательно сборище злых людей. Вот мое определение мира. Мир — это все, кто не живет под праведным руководством помазанника Божьего Иисуса Христа. Мир — это все, кто не признают Его Господом. Вы можете возразить, что и в мире есть очень хорошие и очень добрые люди, но вопрос состоит в том, готовы ли они целиком и полностью покориться Иисусу Христу, Этим и определяется их хорошесть. Они во всем могут быть хороши, кроме этого. Вот что такое мир. Далее читаем, «Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Все, за что люди в этом мире борются, все, чего они желают и хотят, все это проходит, все это временно. Мы подходим к отрывку Писания, о котором я хотел бы поговорить сегодня исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Это ключ к тому, чтобы побеждать. Исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Другими словами, нам нужно строить свою жизнь на воле Божией. Когда мы строим свою жизнь на ней, мы становимся такими же сильными и непобедимыми, как и сама воля Божия. Это единственный ключ к нашему выживанию, к победе и к получению награды. Чтобы победить, нам необходимо узнать, что такое воля Божия. Сегодня я хочу рассказать вам о трех главных целях Бога, которые ясно объяснены в Писании и над которыми Он сейчас работает. Начнем с Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. Этот отрывок действительно выражает Божью волю, которая совершается на земле. Это часть так называемой Господней молитвы, первые два стиха. В свое время я проводил изучение по этому отрывку в Центральной Европе, Венгрии, Чехословакии и Германии. Во всех этих странах я хотел объяснить людям, что такое Божья воля. И каждый раз меня останавливали слова, Отче наш, сущий на небесах. Хочу сказать вам, дорогие друзья, надеюсь, вы понимаете, что у вас есть Отец. Вы не покинуты, не оставлены, ваша жизнь имеет ценность. Все верующие в Иисуса являются членами самой лучшей семьи на земле. Никогда не впадайте в уныние и не считайте себя униженными. На одном собрании в Чехословакии, когда я сказал эти слова, Женщины начали плакать. Я понимал, о чем они плачут, поэтому я уже не мог дальше проповедовать. Я хотел помочь им. И сейчас я вновь говорю о людях, которые чувствуют себя отверженными, недостойными, не переживают чувства собственной ценности. И тогда я сказал им, «Вы Божьи дети, но вы не понимаете, кто вы есть на самом деле, потому что у вас есть Отец, я говорю не о земном Отце, а о вашем Отце Небесном. Он всемогущий. Его намерения для вашей жизни самые лучшие. Вы являетесь частью самой лучшей семьи на Земле. На каждом из тех собраний я задавал вопрос к людям, сколько из вас чувствуют себя оставленными, нежеланными и ненужными? И везде большинство людей вставали с места в знак согласия. Сейчас я хочу объяснить причину, почему я разбираю сегодня этот отрывок. Это будет введением к первой части Господней молитвы. Итак, молитва номер один для всего Божьего народа. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Какая самая важная цель для Бога и Его народа? чтобы Божье Царство пришло на землю. Это важнее всех остальных поручений и задач. Цель, ради которой пришел Иисус, заключается в том, чтобы принести Божье Царство на землю и нам, как Его слугам и Его народу. Поручена эта миссия нести Божье Царство на землю. Это наша первоочередная задача. Это важнее, чем зарабатывание денег на насущный хлеб или забота о семье. Самое важное — это быть инструментом в Божьих руках. Если мы желаем быть в гармоничных отношениях с Богом, эта цель должна быть главным нашим приоритетом. Когда вы строите свою жизнь в соответствии с Божьим замыслом, вы тем самым исполняете Божью волю. Именно тогда вы несокрушимы, непотопляемые, вы также сильны и крепки, как сама Божья воля. И далее мы обратимся к Евангелию от Матфея, 6 главе, 33 стиху. «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам», — сказано тот. Все, в чем мы нуждаемся каждый день. Все, что нам нужно, мы получим от Господа. Не раз я проявлял слабость, подводил Бога, но уже более 15 лет Прежде всего, я ищу Царство Божьего и Его праведности, и ни разу не было такого, чтобы Бог не покрывал мои нужды. Не гонитесь за материальными вещами. Прежде всего, ищите Царство Божьего. И опять же, это вопрос ваших приоритетов. Царство Божье должно быть на первом месте для вас. Быть проводником Божьего Царства на земле. Вот что должно стать вашей главной целью. Когда вы живете в соответствии с Божьим замыслом, Бог берет ответственность за вас. Он говорит, я обеспечу тебя. Я открою перед тобой двери. На своем опыте я понял, что в ситуациях, где я испытываю стресс или давление, мне следует молиться об этом. Тогда эти чувства проходят. Потому что это не Божья воля для меня. Большинство самых важных вещей в моей жизни для меня были совершенной случайностью. Я хочу рассказать вам, как я стал иммигрантом в Соединенных Штатах. У меня не было никакого намерения оставаться в Штатах на постоянное жительство. Я говорил себе, в Америке без меня хватает проповедников. Когда я был в Канаде, я хотел встретиться с другом, который служил в армии на Ближнем Востоке. Также он был пастором церкви Ассамблеи Бога. Он пригласил меня погостить в Миннеаполисе полгода. Я поехал вместе со своей первой женой Лидией и нашей дочкой, маленькой африканской девочкой, которую мы удочерили. Ей тогда было три с половиной года, но у нас не было документов для нее. Она была записана в моем паспорте. На границе с Северной Дакоты у нас спросили о цели приезда. Я ответил, что мы едем в гости к другу семьи. Они спросили, как долго мы планируем оставаться. Я ответил, что примерно полгода, на что мне сказали, что это слишком долго. Мне не раз уже приходилось общаться с сотрудниками миграционной службы в разных местах, потому что у меня была семья из восьми удочеренных девочек, и мы часто выезжали куда-то. Поэтому я уже знал, что с ними спорить бесполезно, я просто сказал, может быть, вы сможете нам помочь. Он посмотрел на мою жену, на нашу дочку и сказал, пойдемте, посмотрим, что можно сделать. Когда доберетесь до Миннеаполиса, там для вас оформят документы в миграционной службе. У меня и планов таких не было. Я даже и не думал об этом. И вот мы добрались до Миннеаполиса. Это было в 63 году в феврале. Это не самое лучшее время для поездки в Миннеаполис, особенно если вы переезжаете из Восточной Африки. Но с тех пор мы там и остались. Для нас оформили все необходимые документы, я получил зеленую карту, а в 70-м году американское гражданство. Это стало одним из самых значительных событий в моей жизни, воплощением Божьего замысла. Но я вовсе не планировал ничего подобного. Бог все спланировал за меня. Я хочу сказать вам, намного лучше, когда Бог планирует за вас, чем когда вы сами строите планы. Это не значит, конечно же, что нужно быть пассивным или не молиться, но Божьи пути выше, чем наши. Его мысли выше, чем наши мысли. Божий замысел для нас намного лучше, чем все, что мы можем себе представить. Давайте поговорим. Более детально о том, как мы можем строить свою жизнь в соответствии с Божьим замыслом. Я бы хотел рассказать вам о трех поручениях, которые Бог нам дал. Во-первых, как я уже говорил, нам нужно посвятить себя Божьему Царству. В Евангелии от Матфея написано ⁇ ищите прежде Царства Божьего и правды его ⁇ Иисус впервые посылает 12 апостолов рассказывать Евангелие. Вот его наставление. «Ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Именно это и является посланием Благой Вести. Об этом сегодня не часто проповедуют. Я внимательно изучал эту тему. И, насколько я знаю, у апостолов никогда не было служения исцеления или служение для людей, которые хотели принять крещение. Они просто говорили о том, что Царство Небесное приблизилось. Вы можете присоединиться к нему, если вы хотите и готовы выполнить необходимые для этого условия. Я не говорю, что неправильно молиться об исцелении. Я проводил много собраний, на которых мы молились за исцеление людей. Но все же я понял, что у апостолов был другой подход. Они говорили, «Царство Божие существует». Если вы готовы выполнить все условия, присоединяйтесь. Но если вы не подходите под его требования, вас исключат. Я думаю, вы уже знакомы с этим отрывком. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 14 стих и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной». Там не написано о Евангелии, которое дает прощение грехов или исцеление, или говорение на языках, сказано «сие Евангелие Царствия». И это послание неизменно. Так было изначально, и так будет до самого конца. Это послание о царстве и о царе. Я хотел бы привести в пример описание одной группы людей, с которыми встретились апостолы. Это было в Фессалонике. И как нередко случалось, когда Павел прибыл туда, там вновь произошло восстание. Фессалоника всегда то бунтовала, то успокаивалась и восстанавливалась, а иногда и все сразу. Перед поездкой в Канаду и Штаты я работал с группой миссионеров в Восточной Африке. Эти братья были очень дороги мне. Мы говорили о том, чтобы основать новую церковь. Один из них сказал, понравится им это или нет, пусть хотя бы знают, что мы здесь. Мое мнение такое. Самое худшее — это когда тебя игнорируют. Итак, мы читаем, что Павел и Сила прибыли в Фессалонике как раз в то время, когда там случилось восстание. Жители города хотели схватить Павла, но ему помогли скрыться, и в деяниях, мы читаем, не найдя же их, повлекли Иосона, и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. У меня к вам вопрос: можно ли сказать это и о нас с вами? Что мы всесветные возмутители, что мы разрушили установленный порядок вещей? Иногда мы бываем чересчур вежливыми, слишком боимся обидеть кого-то. Мы бы все что угодно сделали, только бы не обидеть других людей, мы часто думаем, лучше сохранять статус-кво, и совершенно забываем, что такая нейтральная позиция ⁇ это позиция дьявола. А далее мы читаем, «Эти всесветные возмутители пришли и сюда, и Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса». Мы можем многому научиться в ситуации, где мы сталкиваемся с сопротивлением. Мы видим, как эти люди восприняли послание Павла. Для них это было слово не о прощении грехов и не об исцелении, а о новом царе, о царстве. Именно это слово привело в смятение местной власти. Они идут против порядков, установленных кесарем? Я слышал однажды историю одного брата, который покаялся еще во времена железного занавеса. Он рассказывал, что тогда можно было говорить о любви Иисуса открыто, и никто не злился на эти слова. Но если бы кто-то сказал, что Иисус — царь, то такого человека посадили бы в тюрьму. То есть мы не доносим саму суть послания о том, что есть другой царь. Это Евангелие царства. Мы можем войти в него, можем выйти из него, но мы не можем препятствовать его приходу. Это очень мощное послание. И оно вовсе не делает нас популярными. Но когда мы несем его, происходят самые невероятные вещи. Больные исцеляются, люди освобождаются от одержимости, но апостолы никогда не проводили собрания именно ради этих целей. Вы можете сами почитать. У них было лишь одно послание — «Благая весть, Евангелие, Царство». Я верю, что нам нужно строить свою жизнь в соответствии с этим посланием. Мы здесь для того, чтобы жить как работники Царства, которые провозглашают Евангелие Иисуса Христа. Видите ли, я полный пессимист. Я не верю в гуманизм и гуманистический подход к решению проблем этого мира. Я не верю в человека как такового. Не верю, что он может решить эти проблемы. Я не верю, что войны, болезни или бедность можно решить только лишь человеческими усилиями. Но если бы это и был конец, я превратился бы в безнадежного пессимиста, но я не такой. Потому что верю, что грядет новое царство, оно недалеко от нас. Грядет царь, который будет править праведно, вместе с праведностью на землю придет мир. Если вы посмотрите, что говорит Библия о мире, то увидите, что единственное обещание, которое нам дано о нем, это обещание праведности. Именно поэтому ситуация с миром на Ближнем Востоке такая сложная. Они стараются установить мир, но не заботятся о праведности. В Библии написано, нечестивым нет мира, поэтому самое первое, что нам необходимо сделать, это привести свою жизнь в соответствие с Божьим планом, чтобы мы могли возвещать и нести на эту землю Божье Царство. Ну а во-вторых... И это вытекает из первого пункта. Нам нужно подчинить свою жизнь великому поручению Иисуса. Мы читаем о нем в Евангелии от Матфея 28 главе 19 стихе. Я вступил в британскую армию не по собственной воле, а по принуждению. Это было 12 сентября 1940 года. Я хорошо помню эту дату, потому что это день рождения моей Матери. И самое первое, что нам сказал сержант, вы должны не повторять за мной, а выполнять с моей команды. У него были причины говорить так, но в Царстве Божьем мы никому не сможем так сказать. Нам придется говорить Делай так же, как я. Мы не можем учить кого-либо делать что-то, если сами так не живем. Там я научился еще нескольким вещам. Если мы получили приказ, он действует до тех пор, пока кто-либо уполномоченный не отменит его. Во-вторых, незнание приказа не является оправданием непослушания. Так устроена Божья армия. Когда верующие говорят об армии, это вызывает у меня улыбку, потому что это так далеко от настоящего положения дел в армии. Когда я вступил в британскую армию еще при Георгии VI, там не выдавали грамоту, в которой было бы написано ⁇ Я гарантирую, что тебе не придется отдавать свою жизнь ⁇ Ни один солдат, вступая в армию, не имеет такой гарантии. Так же и в армии Иисуса ни один солдат не имеет права присоединиться к ней, не будучи готовым пожертвовать своей жизнью. Помните, это может стоить вам жизни. Не называйте себя солдатом, если ваш настоящий мотив ⁇ сохранить себя. Посмотрим, что говорил Иисус. Это 28 глава, 18 стих. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Не просто какая-то, но вся власть целиком, она дана лишь одному Иисусу. Исходя из всего сказанного, прояснив вопрос о власти раз и навсегда, Иисус говорит ученикам, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Итак, сколько народов нам нужно научить, все народы. А мы уже справились с этим заданием? Нет, нам еще очень далеко до этого. Прошло уже 19 столетий, а мы все еще далеки от выполнения этого поручения. Он не сказал «приводите людей в церковь», он сказал «обращайте в веру учеников». Одна из самых больших проблем в церкви — это прихожане, которые являются членами церкви, но не учениками, потому что их жизнь противоречит Писанию, которое несет церковь. Если вы только начали работать для Господа, начните с того, чтобы приобретать для церкви учеников, а не членов. Когда вы обращаете в веру учеников, рано или поздно они станут членами, но это не самое главное. Я действительно считаю, что самая большая проблема, которая есть у церкви в Америке, в том, что она растет за счет членов, а не учеников. Мы часто слышим, что там-то и там-то столько-то тысяч прихожан. это прекрасно. Но сколько из них являются учениками? Ученик ⁇ это тот, кто находится в послушании учителю. Ученик ⁇ это тот, кто готов отдать свою жизнь. Иисус говорит, если не оставите все, что имеете, не можете быть с моими учениками. Это сложно, но у нас все получится. Без этого никак. Вот что Бог говорит нам. Понимаете, наша проблема в нашем непослушании. Мы не следуем приказам главнокомандующего. Далее Иисус говорит, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Важно понимать, что вступление в ученичество начинается с правильно проведенного обряда водного крещения. Если люди не хотят становиться учениками, быть в послушании Иисусу и отдать ему свою жизнь, они не должны креститься, потому что смысл обряда в погребении и последующем воскресении. В Новом Завете... Водное крещение так же важно, как и крещение Святым Духом. Сделать этот шаг — это наше решение, очень важное. Иисус сказал, «Идите, проповедуйте Евангелие всему живому, не просто всем народам, но каждому живому существу. Спасется тот, кто верит и крещен». И в Новом Завете, начиная с описания Пятидесятницы, нет ни одного случая, когда кто-либо получил спасение без водного крещения. Есть те, кто говорит, я верю в Иисуса, но меня не крестили с погружением в воду. Хочу сказать, вы очень рискуете, потому что Новый Завет не может гарантировать, что вы спасены. Понимаете? Я думаю, что это так. Как нам не следует относиться к крещению? Установка. Если вы хотите принять крещение, запишитесь на специальные службы раз в две недели. Не подходит людям Нового Завета. Я уверен, что когда Бог посетил дом тюремщика в Филиппах, и желаю вам, чтобы Богу не пришлось приходить к вам с землетрясением. Я думаю, он тем самым привлек внимание тюремщика. Они сразу же приняли и водное крещение. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.